Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Боже, милости будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истину, блажите тебе, Богородицу Пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово рожившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресай из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, всех ради святых, спаси и помилуй, яко благ неси, человека любит. Аминь. Боже, милостив, будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое, сотвори их пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет у меня воля Твоя. Да не осужденно отверз за уста мои, достойно восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя ей, сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Уставши от сна, припадаем Тебе блаж, ангельскую песню пеем Тебе сильный. Свят, 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 и си Боже, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигнуйся, Господи, умой, просвети сердце, с нем и отверзивай, и же петь, и святая Троица. Свят, свят, святости Боже, Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приит, и ко его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Боже, Богородицу, и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, яко многие ради Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешен, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал, если обычно, и в нечаянии лежащего воздвигал меня, если во ежеутренне славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, получайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему.
Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царели и Богу нашему. Далее мы считаем по-русски «Помилуй меня, Боже», «Аллилуйя» и молитва 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Это у нас в утренней молитве уходит. И далее 120-й псалом, тоже по-русски, по синодальному переводу 1876 года. «Возвращаем мы горам, откуда будет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И после этого молитва – это 100 поклонов. Вспоминаем родных и близких. «Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнерея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипи, Андрея, Максима, Владимира, Головина, Глеба, так, Грозовского, чтобы Господь не дал ему отчаяться, а далее, чтобы рассмотрел сам Господь-ка. Андрея Ткачева. Всех поминаем, кого знаем. Дмитрия Смирнова, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Андрея Токураев, епископа Максима Дмитриева, митрополита Сергия Иванникова, Кирилла Патриарха, пап Венедикта и Франциска, Корнилия Старообрядческого, Александра, это патриарха у древле православных, и весь священнический и иноческий чин. И дай нам еще священник, если угодно тебе. Смири власти воинства их, и через них сотвори благое церкви твоей, сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Александра Лукашенко, Эрдогена Турецкого, Амана Тулеева. Всех поминаем, кого знаем мы. Наставь их, дабы в страхе Божьем проводили жизнь и мудро управляли народами. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас, Господи, ценить мирное и тихое время. Слава тебе за тихую и спокойную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай мне желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, сохраненных от всякого рода зла и греха, исцеление наше от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих здесь, Владимира, Андрея, Игоря, Серафима, и обрати сына ее Владимира, Неонилу, Любовь, Алексея, Иосифа. И почти добрые жители с детьми, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. И расширь пределы общей, найди новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, это Сартисон, племянница там. Сергея, Александра. Анастасия, Евгения, Рахиль, Ездру, Михаила, Нину, Анну, Юрия, семейством. И всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. И Романа избавь от духа лжи. И Никите даруй духовное рождение. Вразуми нас, ставь, пробуди душу и Виталия, и нас помилуй милости Твоей ради. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. И сотворим вечную память. Вечный покой. Аллилуйя.
Господи, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Татьяну. Посети болящих, парализованного Сергея, укрепи его, дай силу все перенести. Валерия в Америке. Помилуй, Господи, Александра Бурдин. Дай силу все перенести, прославляя Тебя. Болящую Надежду, Ольгу. Валентину, Валентину, Неонилу, Александру, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Умягчи сердце Максима. Не дай желаемого несчастливым, обрати их на путь покаяния. И не вмени их безумие в судный день им вину, ибо они не знают, что худо творят. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя за этот день, которого никогда еще не было во Вселенной, и мы не знаем, что ожидает в нем. Научи нас благодарностью принимать посылаемые от Тебя скорби, печали. И научи нас семикратно в день прославлять Тебя, Господи, за суды правды Твоей, чтобы молитва наша слилась с молитвами святых и царя, и пророка, и псалмопевца Давида. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышнему Богу и на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Матерь Божия, Ты покрыла амофором любви и сокрыла нас, и до сего времени враги ничего не смогли повредить. И далее сохраняй наследие Господне. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангел Христов, хранитель мой святой. Моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел. От скольких видимых и невидимых опасностей Ты спасал нас. Благодарю Тебя. Не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Христе Боже наш. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, никому не завидовать. Аллилуйя! Святитель Христов, Никола, мир ликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас, да защитит нас Господь от нападок вражеских, да помилует Господь наследие свое. Господи, воздай вечности всем, кто трудился над возрастанием моей души. Благослови Марию, Мать нашу, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым и довольным, и каждому дару жилье Сергею, священнику, и Гавриилу. Аллилуйя!
научи нас подражать святым, жить в скудости и правильно пользоваться временами изобилия. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам желание исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Семинский, Устин, философ, Космай, Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь церковь свой духом пророческим. Дабы не были бесплодными, но выше навстречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными лея добрых дел, соделанно в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий Корнелиев, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, митрополит. И все переводчики Священного Писания, молите Бога за нас, о нас, аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Кила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их, Господи, от всяческого поругания, избавь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Надежды, Светлана, Мария, Раиса, Марина, Юлия, Елена, Иоанна, Анфима, Вениамина, обрати у старших родителей за такое воспитание. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже, милостью будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно я всякого истину блажить Тебе, Богородицу Преснодоженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувиму, славнейшего истину Серафим, без исления Бога Слово родившую и сущую, Богородицу Тебе величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благо исти и человека любит. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создал мне, Господи, помилуй меня.
Вячеславе согрешил. Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. Господи, прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное пред престолом благодати Твоей, Господи. Соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже, всемогущий и дивный Создатель, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Услыши, Боже, дивные молитвы всех, молящихся о нас во благо нам. Тебе слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Вот молиться нужно так, что если поясной поклон в лоб пальцы задеть середину лба, Господи, где пуп находится, Иисусе Христе, так, чтобы не чувствовал, Сыне Божий, ровно где причесок, помилуй меня грешного, не сюда, вот куда-то руку суют, вот сюда, под мышку, это не крест, это перелом какой-то. А земной поклон, также самое, совершить крестное знамение, чтобы ладони были вместе, соединить вот так вот, на пол, это 10 заповедей, как и лбом коснуться их и коленями пола. Это земной поклон. Еще говорят, если такое метание было, прямо не сгибая колен, вот так вот падали на руки. Молились иногда стоя, распростерши руки по сторонам или кверху. Жития святых говорит. Иногда в пристойном месте, где там позволяло, лежа на полу, распростирались крестообразно. Там житие святой Агафии, мы разных считаем, Фатина. И с этим спорить не приходится. Потому что написано, воздимали мужи руки без гнева и сомнения. А когда не поднимают, они в гневе все время, эти люди, в сомнениях, а надо ли это. А мы свободны. Вот так. И матушке Надежде вчера позвонили, просили молиться об Анатолии, которого вчера увезли в больницу с приступом аппендицита. Какого Анатолия? Это племянник Анатолий. О, Барнауле, я его знаю. Да. Вот просили за него молиться. Мы вчера вечером молились за него. Ну да, Господи, помилуй Анатолия, наставь на путь истины, старообрядца. Я знаю, парень такой, приходит к нам иногда на занятия даже. Это сын сестры Надежды Васильевны, Анастасия, она умерла. А второй в Германию уехал. У нас везде в Германии, во Франции. Одна здесь были, уехали в Грецию, одна девушка уехала в Америку. Это вышла замуж, которая так. Кто-то куда-то. Но люди-то остаются верующие. Нам-то бы хотелось, чтобы они были здесь, но так вот получается. В вечности Господь покажет, кто был прав, кто не прав. Я знаю только, у нас были люди, которые уезжали там, некоторые оставались в друзьях, а другие порывали. К совершенству лучше ни один не пошел, а засыхали. И все, на нет сходило, ну и обычный поток. Пришел, ушел, как говорят, прохожане. Ну вот так, я сейчас посмотрю, побеседуем мужчину.